Привет, бои скауты, с вами Кьюбайт, и я только что поиграл в 4-й Resident Evil, который Village. Это было страшно, вы знаете, что я хорроры особо не люблю, я как-то уже играл в демку 7-го в VR. Что сегодня вам показать? Пару игр. О, мурашки, черт возьми, обожаю их. Вы наверняка слышали, что сейчас снимается фильм, и в скором времени съемки закончатся, как раз таки будет называться Raccoon City под заголовок. Ну и сейчас выходит Resident Evil 8 Village, который мы посмотрим сейчас на канале. Если вам сильно понравится, то может на стриме продолжу играть. Хотя в хорроры я особо не люблю, и все мне пишут в комментах, что я девчонка, кричу. Ну да, да, мне страшно. Короче, погнали играть. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, Наруто, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» Сказал. Я бы такое посмотрел, полнометражное. Она испила густой темной крови сказку и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. Лимба и Тим Бёртон соединились, чтобы сделать этот мультик. «Ну же, дитя, согрейся!» — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Какая-то жуткая сказка. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма. Мрачная, но величавая. Окей. Ты жутковато. Ты взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Это снимает Итан. Уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Нет, осматриваться не могу. Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты, параноик. Да не... А, ладно, прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Что-то мне уже не нравится, ну ладно. Сейчас будет что-то плохое. Твоя мама боится прошлого. Дочка. Ее можно понять. Давай. Так, я идти могу? Ага, могу. Могу ты осмотреться. На самом деле ничего, очень уютно. Сейчас уложу ее. Самое главное, никогда не смотреть в окна. Я реально все время боюсь смотреть в темные окна ночью, потому что вот эти все штуки со слендером. Опа, что это? О, пульт! Я думал, это свинка Пеппа. Кстати, мульт пиксельный какой-то. Подгузники. Модуль радионяня. Ну, неплохо они зажили здесь. Это герои
седьмого резика, так сказать, Resident Evil. Biohazard, который. Ты голодная? Нет? Тогда попозже. Милый, не подходи так близко, когда я готовлю. Какая-то она реально пиксель. А, может, у меня так стоит? Может быть. Комп не потянул. Да-да-да, это, скорее всего, у меня. Понятно, пустые. Ладно, пойдемте на второй этаж, я так понимаю, у нее там. Ой, ой. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Вот эти неожиданные скрипты, когда ребенок начинает плакать. А потом начинается месиво. Все сюда, что ли? Ой, нет, это ванна. Нам не сюда. Почти пришли. Вы тоже слышали этот звук? Я слышал какую-то погремушку. Страшно. Что это такое? Может, это я как? А, это я, наверное, хожу. Ладно, вот так, ладно. Не волнуйся, я буду. Спокойной ночи. Папа защитит тебя от чудищ из сказки. И тут начинается сверхъестественное. Все. Я не знаю, я могу вниз пойти, наверное, покушать. Закрывать не будем, хотя радио не работает. Там вьюга такая, даже слышно в доме. Ух ты, ух. Там, по-моему, рыбка, да? Еще какой-то голубец или... непонятно что, но вкусно. Я бы сам покушал, на самом деле. Все хорошо? Да, она спит как младенец. Солянка? Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чёрба из овощей. Это местное как там, блюдо. О, пахлаваш или смотрю, как он там из Мстителей, ой, из Гражданки? И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебя лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане, беременность. Потом Крис перевез нас сюда, боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему... Как такое вообще можно? А? Мия! Ложись! Мия! Да ты чё? Что, блин? Я сейчас заплачу. Чё-то я это эмоциональным стал каким-то. Старею. Что произошло? Кто это её ее убили? Мия! Аня! Боже! Крис? Крис? Крис! Прости, Эдон. Нет! Может, это... Что? Это этот... Что происходит? Сон? Ну, я так понимаю, они за ребенком, да, пришли? Иди! Вот это было неожиданно. Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Ну, мне кажется, есть какая-то... Прикладом. Есть какая-то опасность в дочке. Роза! После всего, что произошло в седьмой части, якобы она может быть заражена или переносчиком быть вируса, поэтому ее забрали. Возможно. Но я не фанат, поэтому оставляю на ваше усмотрение.
Сейчас, наверное, будет прыжок в будущее. Ну, в плане там, сколько-то месяцев спустя. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. А там уже все, да? Мы же анализы такие. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Да я люблю тебя! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. В My Little Angel. Фото красивое. А я могу? Я даже не могу остановить. А, окей. Я хотел в настройках покопаться, может, получше поставить. Попробовать. О боже. Что за чушь вы несете? Топ где секрет. Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Здесь что-нибудь есть? Если есть, дайте знак. Сука. Черт, что тут случилось? Я не люблю такие миссии. Я не люблю хорроры и снег после игры, как там, Пенумбра, Овертюр или как она называлась. После этого я не люблю. Не знаю, наверное, надо было прочекать машину хотя бы. Что-то я как-то... Хотя не, наверное, лучше идти. Ну, следы есть, значит, идем, да. Ну, я представляю, как это... А ты в чем вообще, чел? А ног не видно. А все, он без ног еще. Тогда тем более холодно. Фонарик. Ой, ой, холодно. Холодно и страшно. Еще и темно. Я что ли голос слышал чей-то? Там кто-то справа бежал, по-моему, да? А следы-то зака... Присесть, встать. Присесть. Холодной рукой, чел! Больно. А мне... Тут уже следов нет. Кто это делает такой? А вот это уже явно не моя проблема. Не, ну ворона красивая, да. Ой, она еще и подвешена, прям единолично. Кстати, это в каком-то хорроре я смотрел. А, там кошек подвешивали, все забудьте. Кошек мы любим, ну и ворону тоже любим. Это типа обряд ведьминский был подвешен. Так вот, обряд был какой-то ведьминский, подвешивать кошек, там они на дереве висели. Я не помню, по-моему, испанский какой-то хоррор. Сейчас скример, кстати, будет, скорее всего. Ой. Вот, ну да. Не страшно, нормально. О, чел, привет! Наверняка ты зомби! Или что похуже, но ты единственный, кто здесь есть. И мне, видимо, придется по сюжету. Я бы уже, наверное, в машину... Я бы проще перевернул машину.
Она вроде еще и заведенная была, так что я бы это лучше сделал. Ну ладно, мы в деревне. Прикольно! Resident Evil 4. Та-та-та-та-та-та-та-та! Скример! Изучить кран. Ладно. Обычная вода, когда в Таганроге отключают воду, вот так потом еще час идет. Вот такая же, так что не привыкать. Надо было что-нибудь посмотреть. Щетка. Щетка, обувь только можно почистить. Нет, нет. О, фото. О, найс, какая-то монахиня. Не, ну похоже... Да ни на что не похоже на самом деле. На какую-то икону. Я такого не знаю. О, содой! Я думал, сода. Не, если сода была бы, вообще содой все можно и чистить, и готовить. О! Самое время открывать. Не страшно, вообще ни разу. Но! Сейчас из-за шкафа вылезет. Смотрите, чекайте. Так, а что, здесь ничего взять должны? А зонтик? Да я бы швабру даже взял бы. Мы идем наверх, очевидно. Чел, ты чё? Ночной дозор. Кровь будем пить. Я люблю хорроры чисто ради адреналина. Кто это сделал? Но я не люблю в них играть. Ну, мне, конечно, нравятся эмоции. О, уже ди... Почему темнеет с каждым... Разом, как я хожу. Почему так, кстати, быстро посветлело? А вот эти уже проблемы со временем интересны. Самое интересное, я уже, не знаю, лет 5 не боюсь хорроры смотреть, именно смотреть. То есть я не пугаюсь. Раньше я в кино вот так сидел, смотрел. Ну, сами фильмы уже все, как бы меня не пугают. Черт, где я? Оу, найс. Влад Дракула собственной персоной. Вот. Но игры, это другое дело. Когда ты не знаешь... В кино можно предсказать киношные ходы. В игре это сделать не так просто. Ну, есть, конечно, свои клише, опять же, те же киношные, но... В игре есть... Вот, знаете, что самое пугающее в хоррор-играх? Это то, что в фильме момент страшный прошел, и ты уже все, не будешь бояться. Но в игре... Если это какой-нибудь, ну, персонаж, который тебя пугает, он же не уйдет, пока ты, там, не убьешь его или что-то... О. Короче, он не отпустит тебя. Вот это самое пугающее, то, что оно будет тебя доставать постоянно. Сейчас, я хочу здесь посмотреть, что это вообще за дорога. О! Может, кстати, здесь что-то есть. По-моему, пиксели были из-за того, что я поставил чередование, а не обычный режим прорисовки. О, здесь вообще и туса даже деревенская. Дискотека. Кстати, здесь и... Ну, козлов-то зачем? Что? Что случилось? Я вот только на Пасху козлят гладил в деревне. Вот, козлята обалденные. Они такие мягкие. Они мне все эти пальцы обсосали, облизали все руки. Они такие милахи. Так что я против такого. Но, видимо, нам, кстати, сюда и нужно. Не, ну очевидно, нас сюда не пустят. Там курочки. И ничего не вижу, если честно.
Нож. Это полезно. Вот это класс. Найс. Еще бы скин, да, вообще пушка. А чё, я не могу взять свет? Серьезно? Ну, обычно в таких местах просто... А нож здесь был неспроста, да? Нет, нет, я свой. Чего? Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там, а куда он стрелял? И... Что происходит? Я не... Это летучие мыши-оборотни, кто это? Подружки Ван Хельсинга. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Дед, дай ружье, пожалуйста. Ну ладно, пистолет пройдет. Давай, давай. Бери. Я беру, беру. Бери. Что здесь творится? Мне нравится, что они показывают, по кому нужно стрелять, ну то есть нагоняют страх, но не по... непонятно, что это за чертовщина такая. Что за... Дед. Дед был классный, правда он у меня выстрелил. Сука! И непонятно, куда он выстрелил. Тут вся... Тут вся деревня. Стоп, тут еще. Господи Боже. Да что за хрень тут творится? Ну, то есть, я не могу идти. Отвали! Что это за это оборотни? Кстати, я... Черт! Что это, блядь, было? То есть, а если он нас укусил, мы же тоже, по идее, должны превратиться? Или как там оборотни работает? Да я тебе в глаз уже попал! Чё, еще нет? Ну что, все? На всякий случай. Какого черта? Так, и... Чё вы предлагаете? Нам, наверное, лучше бежать. Ну, хотя можно было бы заглянуть вот сюда. Реагент. Возьмем материалы. Что там у нас есть? Да нож и все, нож и пистолет. Кстати, нож. Трава! Мне нравится, каким пафосным звуком оно все появляется. Трава! Реагент. Не, ну здорово. Сейчас посмотрим здесь еще. Это я? Я не понимаю просто. Не, это не я сделал. 100% не я. Тогда здесь еще кто-то. А у меня нет патронов, по-моему. Болторез. А вот это, кстати, сюжетный предмет. Это хорошо. Болторез, я так понимаю, нам нужно здесь. Да, го. Надо было еще дальше там пройти. Давайте сделаем это. Сейчас, сек, быстро, быстро. Подождите. Сюжетка, не запускайся. Может, тут что-то в чане уху сварили, нет? Нет было. В печке ничего нет. Не, ну здесь пусто. Ладно, идем. Там какие-то кони. Это речушка.
Это кони реально или нет? Найс, выключилось, когда я подошел. Снаряжение. Никогда. Никогда в игре не дают снаряжение. Да... Откуда... А, это сломалось. Стоп, а... Окей, эта штука улетела. Возьми, возьми, возьми. Давай, 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 давай сюда. Мне уже не страшно. А! Это она? Нет, это не она. Я взял? Ладно, пойдемте. Окей. Давай, 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 давай. Хорош! Хорош! Нет, не хорош. А чё, сколько их там? Ой, нет! Нет! Задвинуть, задвинуть! Капитан! Задвигаемые шлюзы все закрываем. Ой. А сверху нет никого? Мне не нравится это, мне не нравится это. А я могу выйти? Нет, не могу выйти. Ой, привет, привет, привет! Нож! А-а-а, нож, 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 нож! Давай! Раз на раз! Пошел, пошел, пошел! Барбершоп! Зачем я пришел в этот ваш барбершоп? Бороду подстриги, иди. Подстриги бороду. Вот это я, конечно, завафлил что-то. Потому что... Не, ну это все, это минус. Сейчас, сейчас, сейчас выскочим. Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Ну хоть это, напоследок, напоследок, нормально. Ну все, понятно. Че, как ты живешь? Кристаллича... Чего? И что это? Сокровище? Чего, они ушли? Это... все? What? Это серьезно, все? Я справился, вы что прикалываете? Если я справился, это обычный уровень сложности. Не хардкор, конечно. Я же не сумасшедший. Выжившие? Дом Луизы на краю поля, вы запомнили. Запомните, чуваки, запомните. Чуваки и чувихи, пожалуйста, запоминайте все это. А уже все, уже не страшно. Я уже, я ножом порезал оборотня. Да мне медаль должны были дать. Ну, кстати, патроны. Окей. Нам, кстати, сюда нужно было, я точно. Не-не-не-не-не, по-моему, в эту сторону. Там показывал... Угу. Я помню, помню, помню. Тут нет, да, прохода? Окей. Ну, что, мои дорогие зрители, я хочу с вами попрощаться. Это было приятное приключение. В игре Resident Evil 8. Она же Village, она же деревня. Потому что... Каким чудом я должен здесь... Окей, побежали. Я не все собрал, я знаю. Ну страшно. Чуть такое мешки смотрит. А. Окей. Окей.
Ой. 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 Встань уж, чел! Чел, встань! Что за мясо? Что за мясо я учудил? Да дайте мне пройти, пожалуйста. А там есть, кстати, проход сзади? Семейное фото. Самый момент! Чувак, самый момент! Итан, пожалуйста, жаль, что ты не Хоук. Тони Хоук про скейтер, я имею в виду, конечно. Три, два, один. Нормально, да? Минус. Так, а куда же мне бежать-то нужно? Да! Фига! А куда мне нужно? Что? Серьезно? Нужно было просто выдержать все это? Типа нужно было... Вот там говоришь. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Че страшно? Эй, вы меня слышите? О, ты, отец девочки. Мне уже все. Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды! Они идут! Нет, стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам! Они уже рядом! Роза здесь? То есть, реально, там нужно было просто вытерпеть эту атаку монстров, а не найти конкретный проход? Потому что я бегал, думаю, да почему по кругу бегаю? Окей, я теперь понял. Почему по кругу? После того, как на тебя только что 800 миллионов оборотней нападали с огромным мужиком во главе, который бьет молотом, чтобы защитить деревню людей, всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. Ну ты чё? На этом ролик закончен, спасибо, что досмотрели до самого конца, вы вообще герои этого ролика, спасибо, поддерживайте лайком, заходите в описание, там будет ссылка на Resident Evil 8 в Steam, можете приобрести, поиграть, сами прочувствовать все эти эмоции, побороться с нечистью в румынских маленьких деревушках. Короче, поддерживайте лайком, подписывайтесь на канал, ждите новые ролики, всем пока.